Доброго времени суток. Ваше внимание, LG G6 Plus. Давайте начнем с минусов данного смартфона. На экране присутствуют трещины. На работоспособность это абсолютно никак не влияет. Также задняя крышка тоже имеет сколы. В остальном телефон целиком полностью работоспособен. Вот мы видим, Wi-Fi работает. В телефоне. Экран работает отлично во всех частях. Динамики не севшие. Разъем Type-C, разъем целый. Камера работает отлично. Целиком полностью работоспособный смартфон. Готов полностью выполнять весь свой функционал. Имеет определенные недочеты. В принципе, все работает. SIM-карты видят, микрофон, динамики.